Сегодня будет обзор покупок с Wildberries, приобретенной моей сестрой Наташей. Все ссылочки будут, как обычно, вот здесь в левом углу, а ссылочки будут внизу в описании под видео. Давайте начинать. Стрейч-пленка пищевая с резаком 200 метров. Страна производства Россия. У меня наподобие есть такой пленки, очень удобно. Отрезать вот это вот не надо ножницами. Все ровненько отрежет. Очень удобно, советую. Перец лимонный 250 грамм. Страна производства Россия. Лимонный перец очень хороший, придает рыбке лимонный аромат. Наташа советует. Контейнер для хранения на литр и 300 миллилитров. Материал изделия полипропилен. Страна производства Япония. Контейнер очень удобно для спагетти. Его можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Крышка плотная. Ложка поварская для спагетти, но есть, к сожалению, небольшая загвоздка. Ссылочку я вам не смогу оставить на эту ложку, так как продавец, наверное, ушел с Wildberries. Ссылочка больше просто недоступна на эту ложку. На Wildberries есть похожие ложки. Тут Наташа показывает вам, как этой ложкой накладывать спагетти. Очень удобно. Набор емкости для специй, 16 баночек на подставке. Материал изделия стекло, нержавеющая сталь, страна производства Китай. Подставка смотрится с баночками не громоздко. Крышки у баночек винтовые. Тут Наташа показывает, как баночки смотрятся с приправами. Банка для хранения сыпучих продуктов на 900 мл. Материал изделия термостойкое боросиликатное стекло, крышка бамбуковая. Страна производства Китай. Цукаты, ананас 1 килограмм. Страна производства Таиланд. Цукаты приходят в красивой упаковке, свежие и очень мягкие. Банка для хранения сыпучих продуктов на литр 50 миллилитров. Материал посуды боросиликатное стекло. Пробковая крышка. Страна производства Китай.
Крышечка у баночки не герметична. Наташа вообще эту банку изначально покупала под кофе в зернах, но потом в итоге стала использовать под соль, как вы уже видите. У всех наклеек страна производства Россия. Материал изделия – винил. Зайдя по ссылочке, вы уже сами прочитаете все про эти наклейки. Диспенсер-дозатор с кухонной губкой. Материал изделия – пластик АБС. Страна производства – Китай. Наташе понравился этот диспенсер. Буквально хватает пары нажатий, и все, и губка уже пенится хорошо. Очень экономно. Тут Наташа вам показывает. Подвесная корзина на дверцу. Материал изделия – пластик, полипропилен, пищевой пластик. Страна производства – Россия. Корзина высокая, плотный пластик. При резком открытии ничего не выпадет. Тут Наташа вам показывает, как было. А тут уже как сейчас, как этот диспенсер смотрится эстетично с губкой. Ну, губка уже ее, как корзина подвесная вот эта вот смотрится на дверце с моющими средствами. Корзинодержатель для пакетов. Материал изделия – полипропилен. Страна производства – Россия. Пакет можно достать из любого отверстия. Крепится на двухсторонний скотч. Комплектация с корзиной. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!